И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр. И пушистенькая мордочка — это Булатик. Да, наш красавчик мальчик. Прогуливаемся мы сегодня по парку возле озера. Прекрасное настроение. Утречко. Провели маму там на консультацию по поводу зрения. Ну и пока ждем маму, решили пройтись. А тут парк рядышком, как раз наш парк Победы города Бровары. Решили мы с Булатиком пойти пройтись, посмотреть, что тут делается, как тут погода, как тут природа. Ну, в общем, прогуляться, понаслаждаться и снять вам видосик. Сегодня на дворе у нас 30 мая. Да, тепленько, светит солнышко, великолепная погода. Вон Булатик хочет, морда противная, покупаться, потому как у нас тут скользкие ступеньки. Да не ступеньки, а плиты такие. Нет, куда ты лезешь? Вот так вот. То у нас тут, я же говорю, прекрасная погода, настроение, впечатление. Он Булатик купается, водичку тут решил посербать. Рыбачки стоят, он ловят рыбку. Утренний. Прекрасное утро, вторник. Весна потихонечку тоже заканчивается, лето приближается. Так что красота ляпота. О. Сегодня такие праздники, как Всемирный день окрошки. Так что мы поздравляем любителей данного блюда. Прекрасное весеннее блюдо, как раз когда жара. Я очень люблю тоже в жаркое время года кушать окрошечку. Очень душевненько получается. Также сегодня Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Это такая болезнь, так что... Те, кто причастен к данному мероприятию, мы тоже поздравляем. И такой народный праздник, как и вот такие здесь пестуки. Вот такой у нас малышатик прогуливается, наслаждается. Сейчас пойдем у рыбаков узнаем, как там рыбка ловится. Пошли, маленький, не будем в воду лезть. Идем, идем, идем. Не надо в воду больше лезть, хватит. Ты уже искупнулся, да? Ой, извини, наступил папа на поводок. Пойдем узнаем, что там дядя рыбка, как там ловится, не ловится, клюет, не клюет. Заодно расскажем вам, какая тут рыба ловится. Ну, вообще тут и карпа есть, и щука, и окунь, и краснопера тут вполне достаточно. Вон дятел полетел, красавчик, вроде бы, если я не ошибаюсь. А также тут есть уточки плавают, черепашки. Ну, в общем, красота, ляпота. Он... Нет, собачка тоже покупалась. Рядом иди. Бо я в нюх сейчас дам. Не приставай к собачке. Такое тут у нас озерцо. Чудесное, прекрасное, великолепное. Вон рыбачки сидят, рыбку ловят полным ходом. Что ты там вынюхал? Девочка гуляла. Судя по всему, не сильно клюет. Как говорила Машенька, где клюет, кто клюет, когда клюет, а это уже клюет. Так вот это и мы решили не задавать глупых вопросов. Мы вам и так рассказали, какая рыбка тут ловится, какую можно поймать. Вот, но это не значит, что тут прям рыбалка посреди города.
лучшая в мире, то есть рыба ловится. Короба можно поймать, но раз за все лето. Краснопер, конечно, можно потягать, он более клюет. Ну, а щуки и окуни то же самое. Тут спиннингистов, как вы видите, немного, потому что поймать щуку или окуня проблематично, тем более, что и размеры, и, ну, скажем так, кулинарные предпочтения у всех разные. Кушать рыбу сначала, сначала с озера в центре города, искусственно выкопанного, ну, такое себе, скажем так. Я даже помню, когда это озеро копали, да, когда выкопали это озеро и как оно строилось, я даже помню, что вот такие вот дела. А такая вот у нас прогулочка получилась с таким вот видосиком для нашей прекрасной мордашки Булатика. Вот так вот, да, стоим, хекаем. Мы покупались, в водичке погулялись. И сейчас потихонечку потопаем, будем там ходить, уже ждать маму. Пока наша мама. Ну, вот это мы пошли прогуляться. Тут трактором едет, подметает, пили куча. Сейчас на пыль устал. Булатик даже боится такого трактора. Такой еще щеткой, чтобы ему жопу не начистили. Что там, собачка, да. Но мы мальчики воспитаны. Да, он у нас молодец, красавчик, воспитанный, хороший мальчик такой. Ну, голубей, конечно, можем погонять под настроение. Но и то не всегда. Решили в песке поваляться, свинюки. Ой, свинюка. Вот эта мама тебя домой уже не пустит, я тебе могу сказать сразу. Все? Все? Насладился? Молодец. Молодец, вывалились в песке. Теперь можно домой идти, да? Да, теперь можно домой идти. Мама обрадуется, скажет: ох ты, боже, какая ты хорошая собака, что ты сначала в воде покупался. Стой. Потом в песке вывалился. Просто самая лучшая собака на свете. Я думаю, мама будет рада, счастлива и довольна. Волосюсь, куда ты меня тянешь? На этом, дорогие мои зрители и подписчики, будем заканчивать наш сегодняшний видосик. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать видео. Прожимайте колокольчики об оповещении. Прожимайте лайкосики. Вот. Всего вам самого наилучшего, чтобы женщины не сохли. Пошли бы. Мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие.